Всем привет! Сегодня я продолжаю играть в игру «Мафия непобедима». Уже давно не играл в нее. Уже и забыл, что надо делать в этой игре. Ничего, переучимся, научимся заново. Роли делать пока что не будем. Никакие. О, я играю за вора. Сделаю сейчас немножко потише, чтобы не так было слышно, что там, чтобы музыка не мешала или другое. Немножко слышно, как мышка дергается. Я так много скажу. Да, ну, слышно. Короче, как я кручу мышкой колесико. Так, и я, пожалуй... И я, пожалуй, никуда не пойду. Ладно, выходим. И попытаемся зайти заново уже. Так, начинаем сначала. В общем, вот как-то так. Наконец-то я дождался, когда будет доступна роль. И я маньяк. В этой, можно сказать, партии, игре. Нет, ладно, я... Может, и... Не получится. Ну вот. Потратил зря. Все, маньяк. Опять начинаем голосовать. Непонятно за что. Хотя я маньяк, почему я сравнял? Можно было это и сделать. Говори. Mm-hmm.
Ну вот, использовались, наверное. Не получится. К сожалению, мы не сходили. Все-таки бывает. К сожалению. Дальше можно проголосовать за кого-нибудь. Меня. Что это? Ты говори. И посадили обычного гражданина. Оп, выбрал опять на пункт. Опять вас лишили хода, и никто не ходил. Зачем использовать? Спрашивается. Ну вот, еще кто-то выбил патрон. Это деньги. Что же делать, что же делать? Тоже, тоже я. Я думаю, это опять не твердо. Ладно, схожу хотя бы ради галочки. Как факт. Спрашивается, ради чего все это делается.